Всем привет! Меня зовут Екатерина, и вы на моем канале. Приглашаю вас подписаться на мой канал, кто еще не подписан. У нас на нашем канале много интересных видео вы найдете. Я надеюсь, вам понравится. И спасибо всем, кто смотрит меня и подписывается на мой канал. Наверное, вы уже догадались, что это орхидейка Согарелекс, которую мы спасаем от гнили стволовой. У нее началось моментальное такое сразу гниение на шее, буквально за несколько дней, и сгноило, по-моему, 3 или 4 листика. На нашем канале есть видео, я снимала о том, как мы ее лечили. Вот шейка у нее замазана. Я обещала показать, как она будет себя чувствовать через несколько дней. Прошло 7 дней. И вот, как видите, орхидейка пока стоит на месте. Никаких изменений у нее нет. Шейка, смотрите, зелененькая, хорошенькая. Напоминаю, что мы здесь замазали Топсин М в жидком виде. Я его покупала, такая эмульсия жиденькая. И мы замазали полностью стволик. Я пыталась до конца, сколько туда вот смогла пролезть кисточкой внутрь стока и достала. Смотрите, как у нас все намазано, вся шейка намазана, и она не желтеет покаместь, пока остановилась на месте. Вот такие у нас как бы наше состояние у орхидейки. Я надеюсь, с ней будет все хорошо. И сегодня мы замочим корешки. Они уже просохли. Мы замочим их в топсине, в том же фунгициде, которым я мазала шейку. Разбавлю 2,5 мл на литр воды. И замочу ее минут на 40. Перешла я в котельню, друзья, так как на кухне не хочу я замачивать фунгициды, работать с препаратами. Поэтому перешла в котельню и замочила Согарелекс, нашу красотку, в топсине М. Топсин М имеет белый оттенок, цвет такой, жидкость белая, вот поэтому имеет оттенок молочный, жидкость. Вот она такая вот у меня в ковшечке еще осталась, я все остальное вылила. Вот она такая, как молочко. Вот теперь подождем нашу красотку минут 40, пока она будет питать корешки, питать фунгицид. Хочу еще вам показать, какая она зелененькая, красотунька. И чуть не увела, друзья, ее в реанимацию. Мне кажется, вовремя обратила на нее внимание. Я каждый день подхожу к орхидейкам и смотрю, осматриваю их, что дала каждая орхидейка. Вот утром подхожу и смотрю, вот новый листик лезет, радуюсь вообще, как ребенок, новому цветоносу радуюсь. Любым изменениям на орхидейке, которые происходят, ну, в хорошем
если в хорошую сторону, всему радуюсь. Вот. Вот так вот мы ее замочили. Все, друзья, минут через 30 я ее вытащу, потому что уже 10 минут где-то прошло, она стоит уже в растворе. И поставлю ее на полотенечко бумажное, чтобы просохло, и все. И поставлю ее в ее кашпо. И будем наблюдать за ней на моем канале. Все, всем спасибо за внимание, за просмотр моих видео. Всем удачи, благополучия, мира в каждый дом. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео.